Они хотят развивать науку и при этом думают о том, чтобы не навредить. Аспирант СГТУ Наталья Ильичева работает над созданием биоразлагаемого пластика, который можно использовать в костной хирургии и тканой инженерии. Я создаю такую рецептуру для пластиков, для того, чтобы они быстрее разлагались в природе, потому что сейчас актуальна проблема пластиковых отходов. В структуру вводятся такие фрагменты, которые благоприятны для бактерий, которые как раз их разрушают. Победитель в номинации «Кандидат раздела естественной науки» Алексей Торбин в научной работе исследовал процесс плазменного горения. Идея в том, чтобы поместить плазму в зону горения и повысить характеристики пламен. В этом году 277 студентов, аспирантов, кандидатов наук представили свои работы в различных областях науки. Победителями стали 99 человек. Поддержка молодых ученых – это приоритет и законодательной власти, и исполнительной власти. Это надо держать в центре внимания, потому что, вот основываясь на этом, мы будем двигать все вперед. Для того, чтобы развивалось все и двигалось вперед, мы должны совершенствовать законодательную составляющую. Размер денежной премии составит от 50 до 150 тысяч рублей. Виктория Шара и Константин Головин. События.